Привет, друзья! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня мы поговорим про настоящего мастера на кухне – кухонную машину Bosch MUMS-2VM00. Разберем ее возможности, плюсы и минусы и узнаем, стоит ли она ваших денег и места на кухне. Ссылки на товар, как всегда, в описании. Погнали! Что касается внешнего вида Bosch, то тут все строго и лаконично. Машина выглядит компактно, ее размеры 26,6 на 26,6 на 27,7 сантиметра, что позволяет ей вписаться даже на небольшую кухню. С весом в 4,4 килограмма она остается достаточно легкой для переноски, но при этом стоит устойчиво на столе. Корпус изготовлен из качественного пластика, а чаша из стали повышенной прочности, что добавляет ей надежности. Все металлические насадки можно спокойно кидать в посудомоечную машину. Заботиться об их чистоте проще простого. А для тех, кто ненавидит болтающиеся провода, Bosch предусмотрел отдельный отсек для шнура. В общем, все продумано до мелочей. Не забудь заглянуть в описание под видео, там я оставила ссылочки на надежные магазины и промокод на скидку. Bosch – это без преувеличений мощный помощник на кухне с мотором на 900 Вт, который с легкостью справится даже с плотным тестом. Емкость чаши 3,8 литра, так что можно замешивать приличные порции теста или готовить большие объемы ингредиентов. Управление максимально интуитивное, кнопки и поворотные переключатели проверены временем и легко регулируются, как будто крутишь ручку старого радиоприемника. В комплекте идут три насадки для теста, венчик и крюк. А если хочется расширить функционал, можно докупить еще аксессуары. Скоростей у устройства 7, и каждая подойдет для разного типа работы – от нежного взбивания до мощного замешивания. Есть еще и импульсный режим. Нажал кнопку, получил максимальную мощь и сразу остановился, как только отпустил. Технология Easy Arm Lift – это вообще как магия. Одним нажатием рычаг плавно поднимается, и все, не надо даже напрягаться. Система Multimotion Drive, которая отвечает за планетарное вращение насадок, гарантирует, что все ингредиенты будут идеально перемешаны, как в лучших ресторанах. Но что реально круто, это защита. Она здесь как личный телохранитель. Защита от перегрузки и случайного повторного включения, фиксация в одном положении, чтобы прибор не скользил по столу, и защитные крышки на приводах, которые не позволят случайно травмироваться. В общем, и безопасность, и удобство на высоте. Теперь давайте поговорим о том, что говорят владельцы Bosch. Я изучила кучу отзывов и собрала самые важные моменты, которые могут помочь вам принять решение. Начнем с минусов. Минусы. Нельзя замесить меньше 1 килограмма теста. Марки глянец корпуса. Немного двигается на столе. Плюсы. Отлично замешивает тесто. Стильный дизайн. Очень практичный. Мощный мотор. Хорошо взбивает ингредиенты. Много скоростей. Упрощает готовку. Компактный размер. В комплекте все нужное, ничего лишнего. Ну вот и все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте заглянуть в описание, там вас ждут ссылки на проверенные магазины и специальный промокод на скидку. Делитесь своими мыслями об этой кухонной машине в комментариях, мне всегда интересно ваше мнение. Ну а если хотите больше таких обзоров, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч!